Холод, грязь и сырость. Вот уже почти месяц жители дома 1Б по улице Молодежная в Одинцово обходятся без горячей воды, равно как и без объяснений причин ее отключения. Нас не собирали. То бишь, никакого собрания не было по поводу этого с администрацией, с ЖЭУ, откуда угодно. У нас ничего этого не произошло. Не было надписи на дверях. Местные жители утверждают, что котельная, обеспечивающая нужды дома, принадлежит частному лицу, связаться с которым непросто. После того, как жалобы людей достигли одинцовского телевидения, к ситуации подключилась и районная общественная палата. Не имеет права ни один собственник, ведомственная, то не ведомственная котельная, отключать или ограничивать предоставление услуг по горячей воде и так далее. Все финансовые вопросы, споры, они, известно, решаются в арбитражном суде, поэтому общественная палата сейчас находится здесь для того, чтобы эту, так сказать, проблему осветить и, в общем-то, найти какое-то решение положительное. В начале месяца управляющая компания направила в акционерное общество «Одинцовская теплосеть» письмо с просьбой официально объяснить причины отключения горячей воды. Ответа пока нет. Прекращена подача горячего водоснабжения теплосетью без нашего уведомления. Нас не уведомляли они, отключили и стали поступать обращения граждан. Мы пытаемся со своей стороны привлечь все способы, силы, чтобы возобновить подачу горячего воды. На встрече с местными жителями представители муниципальных властей, управляющих компаний и общественных организаций услышали и другие жалобы. В доме рушатся несущие конструкции, квартиры заполняет грибок, а расположенное неподалеку предприятие, как убеждены люди, отравляет воздух. Участники встречи ознакомились с жалобами местных жителей и обещали взять ситуацию под контроль.